ее комнаты. Хозяйство. Вот, вот крот и хозяйственная мышь и дельмовочка нашли птицу, которая упала при полете. Ласточка выжила потом. И потом они полетели к югу. На юг. На юг. Мы сегодня будем смотреть книгу про смурфиков. Вот это сейчас. Вот это смурфики собирали смурфинику. Гармель из своего пылесоса превратил смурфолов. Потом Гармель чуть не отправил смурфика вот туда. А силач сюда вот трубу зажал, и Гармель учутился. Почему он не работает, он сказал так. А Гармель засунул прямо с нос, чуть сам туда не попал. Там силач сказал. Папа Смурфик научил нас защищаться. Там потом Гармель сделал вот такую статую папы Смурфика. И он там внутри был сам со своим Азазелем. Вот Грязнозумик прочитал. Это от папиных старых друзей. И вот смурфики таскали. Вот Гаргамель был внутри, там и смотрел. Там смурфики таскали эту статую. Потом Назурник, этот маленький мост, такую статую не выдержит. А вот мастер сказал, что надо другим путем. Вот они добрались другого путя. Гармель немножко качнулся там. А потом они таскали, веревка лопнула. И упала прямо на голову Большерода. И эту куклу он полюбил, как будто это была кукла. Вот. Смурфики отвлекли Большерода. Статую увезли. Там ее в этот шарф. Украсили. Потом Глазумник привел папу Смурфика. Но он не обрадовался. Там крышка открылась. И вылез Гармель со мешком и Азазелем. Они там с этой капультой стреляли камнями. Там Азазель аж полетел. Там подвели эту статую, и Гаргамель туда мыкнулся, там завязали это, и Большероду отдали статую. И опять Гаргамель пропищал: «Мам, там мама». Силач там сказал: «Лучше научись говорить папа». Вот, это и конец.
Контакт.